Заходим. О, одел белый халат. Как она действует? Как настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать, и... Да! Эй! Эй! Что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Помяни черта. Мистер Осборн? О, ну хватит. Сколько мы уже друг друга знаем? Я мистер мэр. Да Норман, Норман. Норман, что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали. Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, Ascorp. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Что за дело? Тише, тише, тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер, какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. На твоем месте я бы искал работу. Пиццерия, отличный выход. Хотел бы я помочь Доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Должен быть способ помочь Доку. Я что-нибудь придумаю. Так, что это за станции? Не видел таких. Гарри рассказал мне о них, прежде чем уехал в Европу. Пит, нужна услуга. Любимым проектом моей мамы всегда были городские научные станции. Я запустил их, но сейчас я далеко. А Корп хочет закрыть их якобы из-за ненужности. Может, присмотришь за ними? Я в каждой оставил сообщение. Спасибо. Пока они есть в городе, в нем есть и частичка моей мамы. Что ж, денег я тут не заработаю, но для него это, похоже, много значит. Я сделаю все, что смогу. О, вот, кстати, жетоны.
Прикольно, мы так-то уже почти все выполнили. Остались вот сейчас вот эти вот жетончики. Предлагаю их как раз. А, тут не так все просто. Охота за смоком. Начать. Так, это в каждой вот этой вот Еще пара миссии есть станций еще сообщают о загрязнении подмиссии. воздуха. Приму меры, пока они не достигли, как это говорится, первого класса опасности. Может, Аскорб против этих станций, потому что сами превышают уровень загрязнения? В воздухе опасно много полициклических углеводородов. И их все больше. Если так и дальше пойдет, будут смерти. Частицы собираются в точках концентрации. Получаются сгустки дыма. Прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы. Засчитывает почему-то. Это гадко, но нужно прыгнуть прямо в эти облачка. Облачка видно невооруженным глазом. Значит, уровень токсинов зашкаливает. Готово! Взял отличные пробы. Ну, отличные пробы ужасной гадости. Эй, ну я ж попал в облачко. Вот оно! Перепугать этих людей, но им не привыкать. Ха. Токсин вырабатывают две модели машин и сломанный дымоход. Сделаю фотки. Здесь хороший свет. Отлично. Мой лучший портрет дымохода. Вышлю в департамент охраны окружающей среды. Может, на День Земли сделать костюм зеленого паука? Ну да, в каждом этом получается еще подмиссия есть. Достаточно сложно. Станция Гарри спасла многих горожан от отравления. Как теперь Аскорб докажет, что они бесполезны? Отдал ему его костюм. Я знал, что Шокер на кого-то работает. Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Черт! Я посмотрела запись, охранник был словно в трансе. Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились. Жуткое дело. Приду в банк, постараюсь что-нибудь вытащить из Шокера.
Вакцинация рыб. Экологические миссии какие-то у нас пошли. Ну, скорее всего, они нам понадобятся, чтобы дальше прокачивать свои способности и улучшать непосредственно... Пит, эта станция наблюдает за морской живностью. Тут у нас есть набор лекарств на любой случай. Симптомы некоторых болезней — это то, что не должно случаться с живыми существами. Похоже, у этой рыбы бактериальная инфекция. Надо разобраться с этим, пока она не попала на чей-то стол. Этот антибактериальный спрей должен вылечить рыбу. Надо только опрыскать воду. И быстрее, пока люди не подхватили болезнь. Сначала доберусь до порта. Источник проблемы в тех бочках. Нужно достать их из воды. L1, R1. Ну, держитесь! Просто загляденье! Нажмите L1, R1. Ну, нажал. И чё? Но они не вытаскиваются. Что делать? L1, R1. Не работает. Зовите меня дружелюбным соседом-мусорщиком. Надо делать в полете еще. Господи. Эти бочки умнее некоторых злодеев, с которыми я дрался. Это идеальная точка для опрыскивания. Ведь можно, да? Если распрыску равномерно, остальное сделают течение. Вакцина нужна везде.
рыбы передадут ее друг другу. Что хорошо, потому что я не хочу гоняться за каждой из них. Судя по карте течений, нужно опрыскать еще район. Да, это вот это задание. Еще бочки. Очевидно, они являются источником заражения. Избавлюсь от них. Что хорошо, в бочках они не стреляют в меня. Пока. С другой стороны, эти бочки не понимают моих шуток. Можно опрыскивать. Ну же, рыбоньки, это для вашего блага. Вот поэтому я не держу дома рыбок. А Джеймсон потом расскажет, что Человек-паук отравляет воду. Это да. Ладно, найду подходящее место для сбора проб. Рыбки уже должны выздороветь. Все чисто. Ну, по портовым стандартам. Эпидемия остановлена еще до ее начала. А Скорб будет вынужден признать пользу от этой станции. Еще два научных жетона у нас в кармане. Снова загрузка. Интересно, нам быстрое перемещение вообще недоступно? Так, это выполнено. Теперь нам нужно... Ну, пойдемте на главную миссию. Решила узнать больше про демонов. Похоже, они втихаря заняли вакуум, оставшийся после Фиска. Вакуум, который создал я, когда убрал Фиска. Джеймсон прав. Демоны — моя вина. А что тебе было делать? Позволить Фиску и дальше играть в крестного отца? У тебя все хорошо? Голос какой-то унылый. Похоже, я только что лишился работы. Город, точнее Норман, срезал финансирование. О, Пит, мне жаль. Будь Гарри здесь, он смог бы уговорить отца. Вы найдете другой источник средств. Ваша работа слишком важна. Спасибо, МЖ. До связи. Итак. Скорее всего, здесь грабит банк Шокер.